Больше 50 тонн гумпомощи и свыше 40 доставленных грузов бойцам СВО. Всю эту помощь собрали жители города в палатках своих «Не бросаем». О таком результате сообщила мэрия Орла. Точки открыли еще в ноябре прошлого года на ярмарках по улице Комсомольской и Приборостроительной. Туда орловчане приносят одежду, обувь, медикаменты, письма, продукты и многое другое. Бабушки распускают свои свитера, чтобы связать теплые носки нашим ребятам. Хотелось бы сказать огромное спасибо всем неравнодушным, кто поддерживает боевой дух наших земляков.